Да, они все озлоблены, и не обращают внимания, что мой фан. 90%. Все, хватит на него. Да и, блядь, я все умею. Лунные походки, мурчащие походки. Что, давай ко мне в комнату тогда. Что, шел в комнату тебе? Давай ко мне в комнату тогда, да. Ты объясни людям, что у нас намечается. Ну давай, объясни, пока вот люди у меня есть. Ты зайди ко мне сейчас. В двух словах, да ты сейчас говори, мне потом не зайдут. Смотрите, у нас в двух словах, да, конкретику не говори, давай, конкретику давай, не давай, говори, давай, я тебе еще раз говорю. Все. Мы планируем открывать свой шоп, ребята. Не будем говорить место, но место кайфовое. Очень затратное, но мы стараемся это все воплотить в жизнь. Какая концепция будет всего происходящего? Это будет отношение про любовь. Также будут интересные личности, интересные персонажи, которые вы прекрасно знаете или слышали где-то в интернете. И мы будем пытаться, в общем-то, склеить из них пары. Это все будет сделано на серьезных щах, это не будут какие-то шутки, юмор, еще что-либо. Это не будет шоу про фриков, где творится всякая дичь. Это будет на самом деле история про любовь. Ну, хотелось бы так. Концепция будет такая. В роли ведущего мы пока не определились, мы это с Богданом будем решать. Я думаю, еще с пару людьми. Мы сейчас просто ищем спонсоров и скоро проведем кастинг. Кастинг как бы не особо тяжелый. Вы просто будете там в Телеграм переходить, по видеосвязи будете рассказывать, кто вы, что вы, откуда, какую цель преследуете, что вы можете дать для нашего проекта. Это самое главное. Какая у вас есть интересная история. И, в общем, мы можем договариваться на месте. И все перелеты, которые будут происходить, это будет за наш счет. Просто мы решили, что как бы пока у нас есть еще какая-то медийка, пока мы еще молоды и у нас есть энергии хотя бы чуть-чуть, то мы должны попробовать. В любом случае это будет жизненный опыт, даже если не получится, но в любом случае жить в доме, где там 15 человек и снимать это на видео и транслировать вам, я думаю, это будет прикольно. То есть это была одна из моих мечт, скажем так, но вот Богдана мы обговорили и с девочкой тоже обговорили. И, в общем-то, это все можно воплотить в реальность. Конечно, на начальном этапе это все будет происходить не в какой-то профессиональной среде, то есть не будет там профессиональной съемки или еще что-либо. Это изначально будет сниматься, я не знаю, на телефоны, ну или мы определимся. Но в любом случае, если все пойдет, мы будем продвигаться с каждым днем все больше и больше. И, надеюсь, спонсор нас найдет. И, в общем-то, кайфово зашло. Призы будут, призы там еще будут за участие. Не переживайте, все будет в огнях. Будут конкурсы. Да. Обязательно. Конкурсы есть уже, ну, у меня в голове, но пока вам рассказывать не буду, но конкурсы будут как и для девочек, и для мальчиков. Мы не сексисты, у нас, в общем-то, все будет наравне, и все будет честно и прозрачно абсолютно. Не будет никакой цензуры, мат не будет запикиваться, там еще что-либо не будет заблюрено. То есть как вы будете все видеть, как видите? Нет, дед, ты не смейся, это серьезные вещи. Там, ну, я тебе серьезно говорю, это не шутки. Сейчас надо работать просто. Это только, ну, задумки начали уже писать, сценарий, там все четко будет. Я говорю, там и призы будут, там будет, ну, просто, ну, настоящее шоу, шикарно. Лучше, лучше не придумаешь. Я просто вам скажу... Брови? Захочешь, будешь брови брыть. Ну, это надо, чтобы ты участие принимал. Я вам объясню, так просто не получится. На какие риски мы идем, это не просто ради забавы. Ради забавы тоже, в любом случае, в положительном русле мы должны двигаться. Но, чтобы вы понимали, дом, который мы хотим снимать для съемок, он будет стоить $3000. Но с Богданом мы вдвоем как бы эту историю будем тянуть. Да. Или зрители нам будут помогать, как получится. Возможно, ТикТок это будет как бы... Бюджет примерный, представляете. Нам будет помогать. Я предоставил. То есть суммы сумасшедшие на начальном этапе. У меня нету сейчас $1500, у Богдана тоже. Но мы будем стараться воплотить это все в жизнь. И надеюсь, все, это вопрос времени. Сейчас, блядь, вообще буду ебашить я нахуй для шоу без выходных. Нахуй. Я вам хочу сказать, что такого шоу в таком формате вы не видели точно, 100%. В таком формате, который оно будет происходить, вы не видели. То есть еще самое главное, это... взаимодействие со зрителями, вы будете решать судьбу некоторых участников, которые будут находиться на проекте. То есть это не будет так, что мы решили с Богданом, приняли какое-то решение и как бы все, потому что мы друзья, понятное дело. Ну да. Вы будете принимать решения, зрители, надеюсь, у нас получится. Также у нас будут трансляции проводиться и тут, и в Бига, и, возможно, людям будет нравиться, они будут... YouTube! И YouTube, да. И мы будем с вами выходить на прямую связь, и там тут те подарки, которые вы дарите, еще что-либо, они все будут, ну, транслироваться в проект. Так. Все, давай, я иду к тебе в комнату, давай, запускай. Давай.
А теперь я выключу фон, потому что он ужасный. Все вот так. Теперь можете задавать вопросы, если я что-то пропустил. Может, ты не та, или наоборот, ты моя суета. Ты не та, может, я не тот, но ты не пропадай, у меня самолет. Я не та, может, а в проект третьим челом возьмете? Что значит третьим челом? Ты не та, может, я не тот, но не хочешь обратно в Москву? Не, Виви, не хочу. Ну, я прилечу, кстати, в Москву в ближайшее время. Подписать документы по поводу развода. Комнату, да, я даю. Сделаем. По поводу спонсоров пока, ребята, ничего не могу вам сказать. Это вы можете на мой телеграм подписаться и там мне написать личное сообщение. Если у вас какие-то предложения есть по поводу спонсорства, мы только за. Мы только за. Да. Но вы должны понимать, что на начальном этапе выхлопа не будет абсолютно. Ну, я там еще созвонился с человечком одним. Олечка, привет. Я ему, короче, наброски дал. У меня в Мариуполе там есть кент хороший. И привет, Кристина. И, короче, это... Кристина, привет. Сейчас я, может, с ним решу этот вопрос, конечно. Может, он меня подвыручит. Видишь, не хватает. Есть финансы, но не хватает. Ну, не хватает. На все про все надо, блядь, нехуево, конечно, зарядить купонов. Там где-то, блядь, 20 евриков ебемся, брат. Если дед пойдет, ты без бровей ходить будет. Ну пусть идет, там же конкурсы у деда будут, ну ты что думаешь, это не то, что пиздобольство, не, братва, это все серьезные Ольга, вещи. Ольга, спасибо, привет. Я, вы что думали? Что-то за вату ты позвал нас, значит вату. Не гоните. Мы парни вату не катаем, мы сразу к делу приступаем. Кто криво тут на нас базарит, того мы нахуй посылаем. Вот так я скажу вам. Раунд нахуй. Нам похуй, что базарит крыса за спиной у кисы. Понятно? Кто базарит у нас за спиной, знаете, что мы впереди, а вы сзади. Мы волки, а вы караван. Я буду Стёпой и Селеном строить любовь. Я буду креативным продюсером. Слышишь? То вообще, дед, заходишь в комнату? Зайди. Там, короче, этот, смотри. Этот вообще, блядь, чьи говно сегодня с жопы доставал. Что он там делал? Ебануться. Так мразь, такая мразь. Именно просто мразь именно. Животное этот, Селян именно, вафлист. Дырявый вафлист, по-другому не назовешь именно, блядь. Люди именно поебанулись, я тебе отвечаю. Если ты там видел, что он, ну это пиздец. Насколько себя надо не любить, не уважать, нахуй. Ну, на такое пойти, блядь. Просто я при встрече, я вот отвечаю на пацана, я его при встрече, блядь, встречу, нахуй. Я носу ему на тапочки. Просто именно, и выложу это именно в ТикТок, нахуй, блядь. Да нормально он гонит. Это куда там нормально? Вы что, девушка? Ну вы, блядь, вы вообще уже, блядь, подурили? Ну честно скажите мне. Какое это нормально, блядь? У людей, сука, хлеба нету, блядь, поесть нахуй. Ёбаный, он, сука, кефиры на себя льет. Ёбаный, вы считаете это нормальное явление, блядь? Я все понимаю, там грязью обмазаться, там, блядь, еще с чем-то там, я хуй. Тут продукты, сука, именно. Люди смотрят, ну кто-то из тех, кто там находится, он смотрит и думает, сука, у меня сейчас даже куска хлеба нету, ебать. А он пидорас, нахуй,
Я видел, что люди, да я знаю, дед, это ненормальное явление. Дед, это ненормальное явление. Я сиру, наш мир просто сошел с ума. Ну так может каждый, он зарабатывает деньги. Да пусть хоть, ты понимаешь, я тебе что скажу. Он еще в эфирах в очко не ебался, еще немножко осталось, и он будет ебаться, я тебе говорю. Никто не предложил просто сумму, блядь. А так он все почти сделал. Так, такого вот шоу, да нет, ты что, никогда в жизни на такую бой не подписался и не подпишусь, блядь, именно просто, чтобы ебать, нахуй. Я лучше хлеба пойду куплю, нахуй, блядь, молока вон, блядь, кефира бабушкам отдам, блядь, чем на себя вылью, блядь, каждому свое. Да, ну, блядь, вы что, ребят, то вафлист, то пидор. Он, блядь, заедет, если он заедет на лагерь, нахуй, просто будет пидорасом. На кого кефиром дышишь? Да иди нахуй, что ты такая? Кефиром дышишь. Сейчас ты мне, блядь, нахуй будешь дышать. На лагере у него обеспечена именно шконка именно. Пока вода. Где? Расскажи что-нибудь, Артур. Ну, не надо, Дею. Это увидишь своими глазами, вопрос времени. Вот просто вопрос времени. Вспомнишь мои слова. Вот всему свое время. А потом скажешь, ну нихуя ты придумал, Бодя. И скажешь, я еду. Вот это воспитание. Катюша, вот если тебе не нравится мое воспитание, пойди, пожалуйста, вот просто сходи вон на пидорасов посмотри. Тебя не слышно, я не разговариваю, потому что тут Бодя монолог. Вот и все. Я в Москву приеду в ближайшее время развестись. При чем здесь Крым вообще, блядь, недоразвитая, нахуй, прикинь, вот просто ебанутая. Мы не будем говорить место пока. Это внучка. Мы пока, внучка Анночка, мы пока не говорим. Нет, увидите своими глазами. Я тебя слышу, да, но ты зависаешь. Меня слышно? Слышно, да. Нет. Не в России точно. Нет, не в России. Не в России точно, не переживай. И не в Украине. Никто не хочет комнату. Что за херня? Вы приедете в Кишинев? С выступлением приедем. С выступлением, да. На корпоратив, если пригласите лично. Угу. Я сейчас думаю, короче, из-за нашего проекта пойти ведущим поработать. Куда? На свадьбу и на день рождения. Ну так сдай заявки и пойди. Мне предлагают. Сейчас тут посидим и пойдем в эти игры поиграем, да? В эту, как она называется? Где мы сидим еще, блядь? Никак. Дед, там, блядь, тема, 12 человек в комнате можно сидеть. Катя, без тебя разберусь. Это, видать, следит за твоим этим событиями. Дом 2 следила. Вот так, где 12 человек может сидеть. Именно просто там. Там просто тема охуетительная. Там все друг друга слышно, не зависает, нихуя. Ну там, да, конечно, порнография одна, блядь. Там можно, блядь, и трахаться в эфирах, что хочешь делать. Привет. Так, там как. Да ну я не понимаю многих сообщений, что вы пишете. Зайдите и скажите, пожалуйста, что вам тяжело. Не в ТТ, дед.
Биго, по-моему, называется, да? Как, ну, Биго, да, Артур? Биго, да. Ну, там нам, там как, там намного интереснее. Ну, только там, видишь, там лайков нету, блядь. Там есть много игр, в которых можно в комнате сидеть и играть. Ну, типа Zoom, Биго. Я не знаю, что такое Zoom, не могу тебе сказать. Да, типа Zoom, я знаю. Да, Тонь. Ну, типа того, да, будет, да. И кто там, короче, за ближайшее время уйдет, ну, там много будет интересно. Нам бы спонсоры и все, и полетели. Привет потихоньку. В Казахстане не был. Ждет, когда в Казахстан его позовут. Ну, я когда это самое нормально на Дагестан, я покатаюсь по странам. Посмотрю хоть. Мне нравится смотреть новые места. Да, он написал же, не был. Ты уже не на дом 2. Он уже на дом 3 пришел. Героям слава. Катя беременна от него уже. 7-й месяц пошел. Вы не знали? А, ты что, не говорил? Иисус воспитает. Да, да, дед, правильно. Мы на русский посчитали, около 5 лямов нужно для начала. Есть только половина с того, что насчитали. Ну ничего, скоро будет вторая половина, всему свое время. Там еще Юлька есть у нас. Ребята, побатимся завтра уже нормально. Я сяду часов в 7 вечера и побатимся, чисто посидим. Он заболел сегодня. Мне все равно, Тимон, мне все равно. Пожалуйста, отпустите меня от проекта. Я не хочу постоянно этот гештаг тянуть, правда. Артур нервует. Чего он нервует? Я уже давно не нервничаю. У меня уже иммунитет к этому всего. Типа, я могу стоять в метро, типа, где 1000 человек, и просто кричать, и мне будет все равно. Настолько я стал. Нику, пацана, салам алейкум. И сразу и зашел, и поздоровался, как будто красава. Мне, походу, видео в рекомендациях попало. Короче, попиздили туда. Думаешь? Ну да. Да там что, вдвоем? Так, да, всем спокойной ночи. На, сейчас, смотри, сейчас в телеге созвонимся. Там Саша наш, ты и Юлька еще. Там надо какие моменты обговорить. Четвером выйдем на связь, понял? Давай. Давай. Спасибо всем большое за подарки, друзья. Онлайн хороший сегодня, но что-то я сегодня целый день на дожде был просто. Под дождем, точнее, весь промок насквозь. Потом пришел, принял душ. Меня вообще разморило очень сильно. Поэтому всем спасибо, кто смотрит. Всех обнимаю. Завтра увидимся, завтра уже красиво сделаем. Прям 100%. Хотя онлайн очень хороший, жалко выходить. Онлайн бомба. Спасибо всем большое. Светик, спасибо. Ника, спасибо. Всем спасибо. Пока-пока.